Равняйсь! Смирно! Сейчас у нас будет общая зарядка, проводить ее будет вожатая Юля. Все слушаемся и смотрим, что она делает. Каждый день и вплоть до 28 августа у этих ребят день начинается одинаково. Сначала вместе с воспитателем отряда обязательная разминка. В августе ФОК «Олимп» города Лысково уже традиционно организует для своих подопечных лагерь. Это и отдых, и подготовка к тренировочному процессу. Да и сам день в лагерной смене построен так, что работа по прокачке мышц идет постоянно. Силовые упражнения, сдача норм ГТО. У футболистов, естественно, футбол. Готовятся уже к сезону. У хоккеистов более такие силовые упражнения на скорость. Скоро у них тоже открывается сезон. Ну, волейболисты то же самое, в принципе. Процесс работы лагеря – это подготовка к активному спортивному сезону. Алексей Климашов – тренер по футболу. После разминки приступает к тренировке своих ребят. В обязательном порядке идет растяжка, бег. Потом футболисты пробуют себя в тренировочной игре. Не было почти полтора месяца, никто не занимался, все были в лагерях, отдыхали. Ну, вот мы сейчас потихонечку вливаемся, ну, уже, можно сказать, влились совсем, что даже без тренировок, ну, не было полтора месяца тренировок, мы спокойно на области выиграем матч. И действительно, подопечные футбольного отряда не только посещают лагерь и тренируются, но уже встречаются в рамках матчей по футболу. Сами ребята говорят, скучали по этому и очень любят свой вид спорта. Прикольно играть. Федор Мартынов – вратарь. Уже попробовал свои силы в первых соревнованиях. Рад, что попал в спортивный лагерь. Здесь есть возможность и со сверстниками общаться, и спортом заниматься. А ведь он дает очень много. Чем полезен спорт? Ну, у тебя хорошая фигура, ты ну, выносливый. Ага. Много сил. Рядом с футболистами тренируется отряд Ксении Суховой. Молодой тренер по волейболу отрабатывает со своими подопечными растяжку. Это подготовительный этап. Сразу в активный тренировочный процесс вливаться нельзя. Ее спортсмены с удовольствием включились в занятия и рады посещать лагерь. Просто я люблю спортом. Люблю бегать, прыгать. Соня активно тренируется, она же сдает рапорт на общем построении. Это тоже обязательная часть программы лагерной смены. Каждый отряд громко кричит свой девиз, а затем направляется на завтрак. Больше 70 спортсменов вкусно кормят в столовой школы номер 5. А после того, как ребята подкрепились, активная часть дня. На этой неделе подопечные лагеря сдают нормы ГТО. За спиной уже сдача пресса, упражнений на растяжку. Сегодня челночный бег и метание. За эти недели у каждого из этих детей есть возможность дать нормативы, чтобы потом претендовать на получение золотого, серебряного или бронзового значка комплекса «Готов к труду и обороне». Мария Васильева, Анатолий Крылов, Максим Родионов, телеканал Лысково ТВ, специально для Объединенной службы информации.